Свадьба? Да. Поздравляю. Ну что ж, мы тем временем добрались наконец до Краснодарского района. Краснодарский край, район, блин, это называется, я не спал очень давно. Кстати, времени всего 9 утра, а жара на улице, такое ощущение, что уже градусов 30. Очень жарко. Что будет днем, я даже думать боюсь. И моря здесь нету. До моря еще вообще пипец. Ну, как водится, в таких случаях рум-тур, кровать, телек, диванчик, ну и ванная. Значит, стоит такой номер, это люкс, стоит он 2800, но скидка была, и мне он обошелся на Booking.com в 1800 на один день, завтра до 12. Только что я осознал, что я полный идиот. Короче, я приперся в Краснодар в тот момент, в который все из него уезжают. Лето закончилось практически, сегодня уже 19 число, и народ уезжает. Поэтому билетов ни на самолет, ни на поезд практически нет. Есть только всякие люксы, там, бизнес-классы и так далее. Как я буду отсюда выбираться, я вообще понятия не имею. Я думал, что все будет легко и просто, а оказалось... что нифига, сейчас посмотрел, билетов практически нет. Короче, я в Краснодаре, почти в центре города. Здесь какой-то, блин, частный сектор, мне надо в центр. А еще в Краснодаре вместо метро ездят трамваи, очень часто, очень много. Еще неимоверная жара, я бы сейчас не вылез, наверное, из дома, если бы не нужно. Мне нужно купить пластырь, я ногу сломал, блин. Нужно купить симку, потому что Wi-Fi, который в гостинице, он ужасный. Кстати, пластырь есть у вас? Ну, вот мозоль не заклеить, ноготь поломал. Парочку дайте, пожалуйста. 5 штук, ага, хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Вы скажите, пожалуйста, на улицу Красная, как мне попасть? Пешком? Ну да, наверное, прогуляюсь. Вот видите, там дорога. Ага. По ней идете и упретесь, будет посередине сквер, это Красная. Это центральная, да, улица, да, города? Спасибо. Иду и думаю сейчас, а нахера сюда приехал? Была же возможность сразу доехать до Москвы, с Москвы самолетом, всего за 3000 рублей долететь до Севастополя или Симферополя, уже не помню. А я мало того, что приперся в Краснодар, от Краснодара еще до парома, оказывается, контур 250, билетов обратных в Беларусь, в Минск нету. Короче, жесть вообще, как я буду выбираться? Еще когда я где-то бываю, люблю составлять первое мнение о городе, ну и потом, когда уезжаю. Вот первое мнение о городе, он какой-то безбашенный, сумасшедший. Он странный. Он вроде чистенький, аккуратненький, но одновременно он очень неряшливый и какой-то непутевый. Здесь какой-то хаос, он, видите, что творится? Короче, отвык я от этого. Узенькие пешеходные зоны, в отличие от минских улиц. Я вообще не понимаю, куда я иду, что происходит. Свадьба! Поздравляю. И здесь очень жарко. Невыносимо. В общем, сложно сказать. Я настолько отвык от таких узких пешеходных зон крошечных. О, какой-то торговый центр. Сейчас там мы пожрем и купим карточку МТСовскую. Хотел купить водички попить. Водичка 0,25 какая-то. 280 рублей стоит. Блядь. Мне все меньше и меньше тут нравится. Я хочу домой. Здравствуйте. Знаете, какой, чтобы вот мясо было? Смотрите, вот такой с котлетками. О, да, капустки, помидоры, огурчика соленого и лучка. Ну, вот такой здесь недорогой. Вот такой сэндвич взял, двойной, я уже половину съел. Пепси, еще и воду, 370. Нет, здесь медический мак.
И все-таки хорошо, с другой стороны, что я приехал. Теперь я понял, что я сюда переезжать точно не хочу. Абсолютно. Это непригодное место для жизни, по крайней мере, для меня. Все просто идут на красный свет, а я не могу, я отвык уже от такого. Я стою как дебил, а все ходят. Блин, нахера сюда приперся, куда я попал?